Всем привет из штата Аризоны. Я сейчас нахожусь в городе Феникс, в таком месте. Это отель, называется Вигвам. Находится он на Indian School Road. Это улица, как бы индейская школа. И такое название тоже индейское, Вигвам. Вот занимает он очень огромную территорию, этот отель. Вот я сейчас покажу. И получается, здесь не одно большое здание, а вот такая большая территория. И на ней находятся такие домики. Вот, например, домик здесь. Внутри такого домика расположены две комнаты и туалет с ванной. Вот там тоже домики. Здесь вот такие огромные пальмы растут. Ну, интересное такое место. Огромная территория. Чтобы снять такой домик, в сутки стоит $200. В принципе, цена нормальная для, в принципе, там, ну, что так, такие комнаты. Ну, может, я потом еще покажу. Бассейн здесь есть. Есть гольф. То есть вы можете взять машину для гольфа и поиграть на гольф. И там тоже. Здесь вот домики. Ну вот я сейчас подойду, покажу бассейн, какой здесь. Там вот фонтанчик. Так, вот здесь вот фонтан. И скамейки, можно посидеть возле фонтана, отдохнуть. А вот там вот находится площадка для волейбола. Можно поиграть в волейбол. Например, здесь вот в домике тоже находятся такие стульчики. Можно выйти вечером, посидеть на улице. А вот в ту сторону находится бассейн. Вот мы сейчас как раз туда и направляемся. Бассейн. Так, вот я иду в бассейн. Ну, как бы я вам покажу из-за забора, потому что мы собираемся купаться немножко попозже. Вот там тоже. Вот там столики, можно поесть. Бассейн включился. Сейчас я зайду с другой стороны, покажу. Вот здесь вот, да, возле бассейна можно так, тоже как диванчики там. Ну вот, получается, бассейн там имеется. Здесь можно взять вот такую машину для гольфа. Можно передвигаться и по территории. Вот там, например, в кафетерий съездить или в бассейн. Вот, а можно поехать играть в гольф на такой вот машинке. Вот здесь вот в бассейне находится такая горка. Вот она огромная. Вот он сам бассейн. Здесь, по-моему, детский бассейн. Взрослые там подальше. Да, это детский бассейн. А здесь можно покататься на горке. А вот взрослые тоже катаются на этой горке. И вот, получается, наша комната находится прямо рядом с бассейном. Вон там. Ну, сейчас я зайду, покажу вам, как выглядит изнутри комната. Здесь вот тоже находятся стульчики. Я так покажу комнату, там уже вещи разложены. Ну, и там у нас гости сейчас. Очень много народу в комнате. Так, вот я зашла в комнату. Здесь такие две кровати. Тут вот у нас получается раковина. Тут вот для одежды. Клозет.
получается. Здесь вот туалет, душ. Да, здесь душевая кабина. Вот оттуда я зашла. Это дверь входная. Здесь вот телевизор. В общем, тут телевизор. И получается вот там комната. Вот так выглядит отель в городе Феникс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки на видео. Всем пока.